Сосудистая хирургия – специальность развития. Это не просто главная тема обсуждения, а девиз отрасли, которая активно развивается и каждые 5 лет предлагает революционные решения в борьбе с серьезнейшими патологиями сосудов и не только. Уже очевидно, что сосудистая хирургия – это не только про сосуды и сердце. Работа практически всех органов зависит от здоровья сосудов. Нягонские хирурги уже говорили о рискованных, уникальных вмешательствах, которые они сознательно практикуют, чтобы быть готовыми оказать любую помощь жителям округа в экстренной ситуации. Сосуды, артерии и вены, они находятся во всех частях человеческого организма. Вот сегодня конференция так сложилась, что мы в большей степени будем говорить о патологии артерий на ногах, но в реальности все значительно шире. Это артерии головного мозга, артерии верхних конечностей, артерии внутренних органов, артерии сердца. То есть все, где есть, так сказать, жизнь, где происходит какое-то функционирование организма, там всегда должен быть приток артериальной крови и отток венозной крови. Это просто неизбежно. Поскольку наше отделение сосудистой хирургии является первым на территории округа отделением по лечению патологии заболеваний сосудов как магистральных, так и периферических. Поэтому и традиционно конференции по этой тематике проводятся на базе Нягинской окружной больницы. 5 лет – это тот период, когда можно подвести какой-то итог эволюции методик, эволюции подходов к тактике лечения, к методикам лечения. Это и определенный опыт, который накапливается в предыдущие 5 лет, с которым можно поделиться. Если в 2006 году первопроходцы сердечно-сосудистого направления Нягинской окружной больницы шли по стопам более опытных коллег и не имели четких алгоритмов взаимодействия с врачами из других отделений, то сегодня они сами готовы делиться опытом. Специалистами центра написано 74 научных работы. Реконструкции сосудов сегодня поставлены на поток. Объем высокотехнологичной помощи в Нягинской окружной больнице достигает нескольких тысяч вмешательств в год. 15 лет за это время мы сделали достаточно огромную работу. И проанализировав эту работу, можно с гордостью сказать, что мы достигли хороших результатов. Наш коллектив добился достаточно серьезного прорыва, когда мы делаем весь спектр операций, возможно, в сосудистой хирургии. Мы понимаем, что есть еще над чем работать, но эта работа уже складывается как раз с регионом, да, когда нам нужно плотно и тесно общаться с нашим поликлиническим амбулаторным звеном, с хирургами округа, которые долечивают и доводят до ума наших пациентов. Мы поняли, что вот именно на это сейчас нам нужно делать упор. Рост объемов хирургической помощи идет в сторону эндоваскулярных или малотравматичных вмешательств, без снижения эффективности лечения и с максимально коротким периодом восстановления. По прогнозам, в ближайшие 5 лет 80% сосудистых операций будут выполняться именно таким способом. Елена Гаврилова, Никита Павловский, Нягинский телеканал, специально для телеканала «Югра».